Чиновники в роли волшебников. Сегодня в Доме правительства прошла вторая часть благотворительной акции «Елка желаний». Открытки с пожеланиями снимали глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, а также члены кабинета министров и депутаты. Цель акции «Елка желаний» – подарить ощущение радости и чувства новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой ситуации. Карча Биджиев узнал о мечтах детей. Необычная елка желаний. На ней нет традиционных игрушек, но ее украшают множество ярких открыток с пожеланиями детей. В этом году Рашид Тимрезов исполнил мечту Дамира Кидакоева. Он пожелал планшет для слабовидящих. Далее исполнять желания детишек продолжили спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, а также все руководители министерств и депутаты. Представители всех уровней власти республики присоединились к акции, и каждый исполнил одно или несколько желаний. А они совсем разные. Конструктор, наушники, набор для художника, игрушечная машина. Всего на волшебной елочке было 211 открыток, и все детские мечты будут исполнены до Нового года. 5 пожеланий, которые в ближайшее время исполню для наших детишек. Пожелания совсем разные. У кого-то наушники, у кого-то творческий набор. Все эти новогодние подарки для наших детишек уже в этом году будут доставлены им всем. Новый год стал еще на неделю ближе. И, конечно же, какой праздник без чудес? Этого долгожданного дня ждут и дети, и взрослые. И не стоит забывать, что нет ничего невозможного. И елка желаний исполняет все мечты. Выполняем новогодние пожелания наших детишек. В прошлом году мы это делали. И вот сейчас елка пожеланий выбрали. Подарки, которые сейчас приобретем, и будем поздравлять с наступающим Новым годом наших детишек. Лично мне попалось 2 желания, одно из которых это гитара. Вот молодой человек хочет себе гитару, а вот во втором желании мне попались наручные часы черного цвета. С удовольствием буду рад данные желания исполнить. Акция «Елка желаний» ежегодно проходит в преддверии Нового года. Она помогает исполнять самые заветные мечты детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Ведь нет на свете ничего дороже счастливых детских глаз. Карча Биджиев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.